Будущий пилот Рената Ахонова выпустилась вместе с одногруппниками из Ульяновского института гражданской авиации. В этом году окончили институт 13 девушек-летчиц. Рената довольна тенденцией на женщин в авиации. Она уже планирует устроиться на работу в крупную компанию. Женщин-пилотов становится все больше и больше. И я думаю, что преподаватели и инструкторы видят, что мы также стараемся, также отлично летаем, поэтому уже нет никаких предрассудков. Защитили диплом на английском языке 33 человека. Также среди выпускников института 32 студента получали именные стипендии. Двое одаренных ребят были удостоены премии правительства Российской Федерации. К лучшим студентам приехал Алексей Русских. Губернатор гордится нашими ребятами. Все вы большие молодцы. Гордость института и нашего региона. Несколько лет назад каждый из вас сделал главный выбор своей жизни. Определил свою профессию. Студенты педагогического университета тоже удостоились похвал. В концертном зале Дворца культуры губернаторский ректор университета поздравил выпускников. А их оказалось очень много. Зал заполнили молодые дипломированные специалисты. В этом году 1429 выпускников всех форм обучения закончили наш университет. Но сегодняшний день посвящен тем, кто учился на очной форме обучения. Более 700 студентов в этом году закончили наш университет и пойдут работать на предприятия, в образовательные учреждения. Звездочек и умниц педуниверситета наградил глава региона. Выпускница ИСТФАКа Евгения Казакова планирует развиваться дальше. Молодая учительница займется научной деятельностью. Я уже работаю учителем русского языка и литературы в губернаторском лицее номер 100 и планирую продолжать свою педагогическую деятельность, но и одновременно поступлю в магистратуру нашего университета. Впервые в истории педагогического университета выпустились бакалавры по специальностям английский язык, китайский язык, информатика, иностранный язык. Также появились магистры биоинформатики и системной биологии. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.